Ну, я не сторонник совершенно этой истории. Потому что я могу себе представить чувство ребенка, который выходит утром там на кухню, да, а там в коротких халатах два папы обнимаются. Это в любом случае какое-то очень слишком сложное для ребенка будет переживание. И вряд ли оно такое как-то позитивно влияет, да, на его вообще развитие, состояние. Все равно это все некий экстрим. И я не могу сказать, что я прямо это нормально. Я считаю, должно люди, которые действительно хотят, да, быть вместе, они все-таки должны помнить и понимать, что все равно есть, ну, делать некую поправку на то, что все равно это такая, не то чтобы какое-то нарушение, но это все равно те вещи, которые надо оставлять в своем комьюнити, да?